Ну. Ну что-то лагает. А. Ну, блядь, выбрал. Выбор проекта. Броненосец. Авианосец. Чё он дает? Ничего? Почему? Посреди океана поставил и перелетаешь себе. Ну. Он и самолеты перевозит. А, так, ну все-таки вот, ладно, тебе подсажу артиллерии, сюда и переброшу. Куда? У меня что-то все зависло. Нажимаю выбрать, он, сука, нихера ничего не убирает. Сейчас ответь. Париж. Я тебе не тебе поход. А следующий ход можете? Выбор проекта. А я уже выбрал в Москве проект. Ну да. Но он мне опять требует выбор проекта в Москве. Сейчас ответь. Постоянно сейчас меняю. Жемчуг нужен всему. Всей моей стране нужен жемчуг, где его взять? Не у тебя одного так. Там город лень осваивать. Здесь. Вот этот захватить. ЮАР, последние 4 городка. Его. Аскеты. Лучше. Так, Хазу. Ну да, я думаю, захватить, не захватить. А там жемчуга не будет. Там будет. Там есть жемчуг. Ну, все-таки тир могу. Так. По карте перемещаешься, да? Я не могу, он заебал. Ой. Артиллерия. Купить, может, что-нибудь. О, выбрал Францию. Нет. Я выбрал, твою же мать. О, во. Цирк. Все, я выбрал, теперь пусть трясаю. Что в Москве можно купить? Ничего. Пехота. Бомблю городок. Я захватился. Минус 10. Слышишь, Сань? Ага. Но у меня минус 20, так что это не мой. Сейчас тебе еще фигу захватывать. Тогда вообще одинаково не будет. Ладно. Делать, я не знаю. Блять, он алистировал сразу, блять, я не то нажал. Ну и хуй с ним. А купить суд? Пока что нельзя. По-моему. Да нельзя. Давай. Еще 5 ходов.
И не ждут приказа. Ты дорогу делаешь? Да. Ахи. Ебанулся. А? А куда? Ты куда дорогу делаешь? Да, Фивы. Институт будет через 14 ходов. И я... У меня минус... Блять. Золотой век. Блять, надо было сразу же свободу качать. В пизду. Или нет, честь. Чё-то у меня там поубивали много, что ли. Пушку уничтожили. Две пушки уничтожили. Ебать. О, нефтевая скважина. Угу. А, нефть! Нефть! Что нет? Нефть у меня! Где? Где Гелиополь? Гелиополь. Нефть! 15 недовольных, ебануться. А может ты мне... А, я с кем-то пристал договор что-то поставлять. Случайно не с тобой, нет. А с кем у нас был договор? Киты хотя бы есть. Я сходил, Сань. Блять, я 2000 отдал за китов, ебанутые. Блять. Я бы тебе запросто отдал. У тебя и так минус. Ну, у меня два кита. Сейчас один. Сейчас два кита будет. Будет. Ещё, ещё. Танк. Если танк длин дальность. Смотри, Сань. Танки уничтожили. Блять, что-то я слишком близко подошел. А это твои войска, блять? Я чуть не стрелять не начал.
Я правда не смог бы, я чуть не стрелял. А почему с... Блядь, Сань, дай сотку. 120 денег. Сань. Сань. Да. У меня минус 25. Поставка. Погоди, мне просто суд нужен купить. Все, спасибо. Всем недовольных хотя бы. С греками что у нас заключить нельзя? Больше нечего. Серебро, блять, но они за серебро не отдают. А где им еще серебро поблизости видно? Нет. Я видел только одно серебро у меня. У Греции еще серебро. Так, Сидону надо. Нет, не Сидон, Монако. Монако. С кем там перемирие у нас? У меня с примирием с Монако и с на с тобой город. С Сидоном. Подожди, нет, тут другое что-то. Ну ладно. У меня с Сидоном прекратились связи. Сделать ход. Ой, не-не-не, он теперь сделать ход. У меня минус 30, блин, куда сидеть? Девается. А, все, плюс 69. Че, плюс 69? Я не знаю, у меня почему-то торговый... А, у тебя это было? У меня торгового пути не было, почему-то непонятно почему. Ты мне мрамор не поставляешь. Плюс 69, ну ты... Нихуя себе. Восемь нефти. У меня в Ростове 400 ходов надо, чтоб... Блин, не видно. С ним там с хавчиком у них. У меня 8. Фу, я думал уж. Минус 8? Да, а было минус 20. Намного лучше. Так, так, это что?
Ну жди, что ж. Минус 7. А, вот, проверка. Еще рабочая лодка. Хотя... Ух ты, все равно можно. Еще лодка. Юнитс, да? Все зашибились. Блин, сколько с ними бороться. Так. Я сходил, Сань. Да-да-да. Я думаю, что еще сделать. Так, все, отдыхаю. Ты против кого воюешь? Я? Да ни с кем не воюю. Танки повысить можно. Жестко ты прессуешь их. Так, что мне эти подводные мне помочь? Помочь? Ну давайте, нефть. Долго будут. В Новгороде что-то сделалось. Чего? А, ты это построил. Что? Отгадай. Что ты построил? А, эту. В Новгороде. Памятник свободы. Угу. Чего? Статуя свободы. А, статуя, я уж не помню, как-то так. Вон статуя видно. Так, что-то я в кухне раскачал, забыл. Ага. Повысить юнита. Так, а, рабочая лодка. Пять недовольства. Санди, сколько недовольства? 6. Это не минус 2. Ну да. Ну и не минус 60, да. Ну да. Мне до института осталось 10 ходов. Погнали. А из-за недовольства может быть институтов меньше? А, нет, не заметил.
Не знаю, когда я светильник снимаю, у меня больше улыбок становится на целых две. Да, а. Ну, сейчас посмотрим. Чё, к примеру, вот, Гванду приберёшь, аннексирую. 8. И купить. 6 опять. Не знаю, но у меня уменьшается. Радио. У меня раз, два, три улыбки сейчас добавятся через 4-6 ходов. О, даже больше. 4 улыбки добавятся. И 2 арты. Сань, у тебя в Женеве ничего не строится. Нет, да? Почему не строишь? Я выбираю. Поставь на золото, если... У меня что-то института больше не растут, потому что у меня его в каждом городе все построено до предела. Я кручусь вокруг мира. Москве что мы поставим? Военная база. Христос Иисус. Я сейчас Христос Искупителя построю. А что он делает? А, культуру, навыки уменьшает, то есть затраты. Ладно.
Я захватил. Минус 17! Египет теперь... Чё там? Теперь... А, Египта не существует. А, да-да-да. Какой плохой-то, а? А где нефть, я это не пойму. У него? Вот у него где Красное море, там показывается нефть у меня. А где она? А, я вижу. На какой клетке? Теперь Генуя будет следующей моей жертвой. Сань, мне, если честно, чуть поднадоела цивилизация, да, что-нибудь с Тайтон? Или Англию нахер в пизду ее засунем. Аски была на первом месте теперь. На первом месте после нас. А теперь на последнем! Ход. У меня придурки делают железную дорогу. Ну а что? А нахер? А все теперь железная. А что она лучше дает? Ничего. Она не лучше дороги? Это одно и то же. Нет, они железную дорогу строят. Можно дороги, а можно железную дорогу. Ну я не знаю. Ладно, похуй, пусть достраивают. Истребитель говно, если честно. У них просто ни у кого самолетов нет. Сань, давай за... уже 60-е годы. Нифига себе. У нас пехотинцы только. Танки. Слушай, когда радио изобрели? 5 апреля или 9. А вот. Ебанутые пидорасы! И? Мою пушку уничтожили, гандоны.
снимаю, сейчас уничтожу. Саня, я еще, блядь, отомщу. А ты их убил уже? Угу. Что это у нас? Эсминец. Эсминец у меня. И кто же тут приказы? Стройте вы дорогу. Вы обороняйтесь. Сами все. Давай закругляться! Все, все. Сохраняем. Прощайся. Значит, всем спасибо за просмотр видео на моем канале. Значит, всем все подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Я буду очень благодарен вам. Всем спасибо, пока.